Нет, выключай тоже. Конечно. Жарко. Видишь, и прокрашивает. Камера? Конечно, ну что это за бред. Угу. Всем привет, друзья. Мы выселились. Мы приехали на рынок, и я помню, что вы любили ролики с рынка смотреть. И он, Ванюшка, поздоровайся. Всем привет. Вы любили ролики с рынка, ну и сейчас отправляемся по рынку, просто посмотрим, что здесь есть. Мне нужна пила, пилка садовая, вот эта маленькая, тоненькая. И ты пил. Ребенку смешно. Аккуратно. Аккуратно. Но я видел такую пилу в этом, в Слобожанском, так что я здесь ее сильно искать не буду. Я здесь зайду, ну, поищу сейчас тете Нине закваску и фермент для сыров. И я тоже думаю, там надо спросить и все у людей, да? Ну, да. Вот так, люди стали комбикорма покупать, бройлерные, потому что весна, и уже люди берут птичку. И эту клеенку на стол сейчас посмотрим. Коляску брать не будем, потому что там неудобно. Вот так, не все? Проедем. А? Не проедем. Все? Одеваешь, он тебя раздетый? Нет, сейчас я жду, пока ты закончишь, он орать начнет, наверное. Все, Марина его не одевает, чтобы он не кричал, потому что он не любит Артем одеваться. Все, ладно, сейчас оденемся и пойдем. Рассказывай. Марина полезла его эти валенки искать, или как они, уги. Приехали на рынок, валенки, да? Не знаю, валенки, на что? Во. Какие красивые, Артем. Вау, бери. Ой, какие боти у тебя красивые. Да? Не знаю. Ну вот так все, мы еще никак не соберемся. А почем домашние яйца? 70. Ага, посилочка. Да, ну. Яйца. Да, яйца домашние 70. Вань, завяжи. Зелень. Знаете, что я думаю? Когда мы приедем в 7 месяцев, Артему на прививку еще одну, то можно просто купить на рынке яиц и выведутся цыплятки разнообразные от разных хозяев. Ну, у каждого куры-то разные, так что будет нормально. Ну, это я так думаю. У меня будет инкубатор на 200 яиц, мои куры несут где-то 10-12 штук в день. А это я за неделю насобираю только... А? Не? Ладно, мы сейчас сходим, я спрошу эти закваски для сыров. А Марина постоит, потому что тут узко, не пролезет. Я вам рассказываю про яйца. Приду и куплю яиц. Ну, сколько там у меня нанесут. Я буду примерно знать. И это... чтобы сразу заложить полный инкубатор. Здрасте. А у вас нет закваски для сыров и ферментов? А где? В аптеке. Да, в обычной? В аптеке. Спасибо. А то я никогда не брал. Понятненько. Спрошу, яблоки почем? А почем яблоки? 15. Сладкие. Ага. Не, спасибо. Это я кроликам спрашиваю. Я беру в супермаркете. Ты тут, Ванюш? Беру в супермаркете тоже по 15, так что нет смысла отсюда тянуть. Вот так. Все, понятненько. Вот так. Цены. А вот по 11. По 11 яблоки. По 17, по 12. Надо взять. А вон по 10. Можно мне? Большой пакет. Все порчи. Они там все порчены или нет? Нет? Сегодня более чистые. Давайте. Ага. А, все хорошо. Вот видите, в супермаркете яблоки по 15, по 18, по 20. А на рынке вот такое чуть-чуть. Там чуть-чуть с какими-то этими по 10 гривен.
моим кроликам пойдет. Еще яблоко-груша сладкая. Вот так пойду отнесу. Я пойду машину отнесу, да? Мне сказали закваска и фермент в аптеке. Я никогда не брал, так что тогда зайдем сейчас. В общем, отношу и пойдем дальше. Я не знаю. Это тыканку, кто ее, это сеянка называет. 140, 150, 120 за килограмм. Кущевка по 80 за кило. Ты видишь? Да, малину ж надо найти. Да не знаю, мы ее довезем. Капуста 16. А лук как подорожал. Ну а что? А в машине уже нет места, куда что запихать. Я не знаю, куда коляску девать. Ну вот так. Угу. А там, думаешь, лучше дорога? И я не знаю. Хурма. Яблочки. Оно уже... Это в тот ряд надо, в этот. Думаешь, есть в этом? Сейчас. Мне кажется... Поняла? Ну вот сейчас вон под тем крытым, там где лотки, там все так красиво выставляли, да. И это. И там, ну, наверное, ж... Видишь? Все есть. Иди. Иди. Кто что продает? Ну, яблоки. Яблоки. Виноград. Винограда сколько много, да? Еще недорогой. 90. Вот какие цены. А ты увидела те, что надо? А? Нет. Нет, не они. Клеенка вон, пошли. Пошли. Квашеные овощи, смотри, как красиво выглядят. Ты видишь? Аджика или хреновуха. Серое или вообще вот это вот? Бежевое, да? Нет. Однотонка. Что-то бежевое без узоров. Нет, это как-то... Это толстую надо. Прям толстую, хорошую такую. С минимальным узором. Вон, смотри, как это. Бежевое. Вот, типа мрамора. Нет, вот это. Вот, смотри, как красиво. Да. Подходит? А сколько надо? 2 метра, да? 2 метра надо. 200 гривен. Ничего. А? Пойдет? А может, клеточку лучше? Вот эту? Да. А что? Потому что она, глянь, блестящая. А это светлее, да? Это будет отсвечивать. Да. Дело в том, что это ламинированная, она с защитной пленкой, а та без. Да не, нам надо... Нам для фотографий, фото. Да. Да. Оно просто будет блестеть сильно. Все, точно, то не надо, так красивая у меня. Не. Вот эту? Я думаю, да. Ну, давайте отлично. Этой. Давайте так. Эту, это по 150. Вот, ну, отлично. Ладно. Одни плюсы. Да, сплошные. А помнишь вот так, вот верхняя он клеенка, как у мамки была? Помнишь? Ну, это мамка была. Да, вот. Самая верхняя, Ванюш, вон. А, цветы? Ну да, вон цветы. Артему не нравится в коляске. Не нравится. Можем жарко там лежать. Все. Поносишь. Мы взяли коляску, хотя не хотели, потому что ветер такой дул. А он, когда ветер в лицо, он так воздух хватает и это.
типа ему не хватает воздуха. А на ручках удобно, да? Ты баловный обормот. А, обед же. Все, пошли. Малину поищем и все, да? Мы хотим малины Артему. Вот эти огурцы. Килограмм. Вот. Килограмм брать? Нет? Пол? Пять штук, да? Ага, ага. Да я понял, но вот этот огурец самый вкусный. И цена сумасшедшая. Вот эти штук 4. Угу. 157. Может еще один положить? 157, 4 огурца. Давайте, я 200 вам дам, положите его. Вот этот вот возьму. Оп. 196. Угу, возьмите. Вот, не, вот и огурцы. На. На, оп. Спасибо. Есть, да, вот это цены на огурцы. Вот этот огурец, я не знаю, как он называется, но такой выращивают у нас в Слобожанском. И, а? Сейчас, вот пошли малину посмотрим. Я не договорил, этот огурец выращивают в этом Слобожанском постоянно. И это, и он самый вкусный. Вот тут тоже такая же цена. Я не знаю, сейчас спрошу. А малины нету? Нету. А бывает? Даже не бывает. Все, мы хотим то, чего не бывает, да? А куда? Да. Ну вот так. Все. Что не так? Застрял чуть-чуть? ЧП? Вот так. Ну, а что? Не знаю. Все, а что нам? Больше ничего не надо. Поехали, поехали, купим что-нибудь в дорогу покушать. И все, и уже едем домой. Вот. Ты хурму хотела? А что тебе надо? Да, конечно, здрасте. Два дня весны, и тебе уже... Не, просто закрывай его и все. Вот так. Та, а что тут такое? Ты купишь, что у тебя нету? Огурцов надо было купить и все. А так мандарины что? Все. Магазин. Ларек пакетов. Нам пакета не надо, мы купили, да? Нажми. Вообще? Вообще, вообще много товара на рынке, да? Уже типа первый час. А еще это вот на этих рядах люди из дому привозят. А там, скорее всего, стоят, ну, те перекупщики, которые постоянно тут торгуют. Поэтому они, ну, те, кто люди из дому везут, они быстренько спешат на электричку там или просто уехать на автобус, наверное. А перекупщики стоят очень долго, ну пока рынок не закроется. А куда ты собиралась? Огурцы. У огурцов цена как у кураги. Ты видела? Пошли по другому ряду. Может, там не так грязно? Вот так.
все. Ну вот так. Да, подсолнечное масло 55 гривен. Там надо... Да в этом купим, в Слобожанском поедем. В машину ничего не вмещается. Вот фабричные яйца 65, 60. Короче, как-то так. Вот такие цены. Вот по 60. Все, вот тут вроде лучше дорога, да? Угу. А вот цены на банки. Пол-литровые. Так, были 18, а сейчас уже 20. Литровая 30. 37, полторушка. Вот это цены на банки. Только я вот не понимаю, Лень, литровая банка 37 гривен. А, нет, 30. А в магазине можно огурцы купить консервированные в литровой банке за 50. Это как оно работает? Не, я понимаю, что у них там опт, но все равно. В общем, с Артемом, Ванюшка, конечно, золотой ребенок, большой, с ним уже полностью легко и уже очень давно. А с Артемом было тяжело. Сейчас обед, он спать собирается и... В общем, квакает всю дорогу, на руках ему ветер дует, в коляске ему не нравится, ты его раздеваешь, да? Все, ладно, друзья, мы заканчиваем, сейчас стану где-то в аптеке, спрошу фермент и закваску, ну и купим себе сейчас покушать, остановимся в супермаркете. Вот так, ну и все, всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что съездили с нами в Полтаву. Всем хорошего дня и всем пока-пока.